подписчики. Открываем дальше по-советски с Алиэкспресс. Что это у нас интересно пришло? Сейчас мы посмотрим, что это у нас пришло. Так, это у нас пришли насадки. Водные насадки, две штуки. Я заказывал вроде бы. Ну, там посмотрим, что. Как оно, что. Так. Ну, посмотрим после установки. Вот они так выглядят. Вот. Посмотрим, что, как они светят после установки. Турбинка, видать, сеточка. В общем, сейчас могу сделать паузу. Сделаю, наверное, паузу. Так, я на кухне вот такую я снимаю. Она фуфловая. И ставим вот. Ставим вот такую вот. Я пошла с Китая. Главное, не торопитесь, чтобы попасть четко в резьбу, потому что иначе вы сорвете просто-напросто резьбу, потому что все тут пластиковое. Ну вот, вроде как пошло. Закручивается. Так, ну что, открываем его. Вот, заметьте, даже чуть сильнее подкручен. Вот, мигает разными цветами. Сейчас я выключу свет. Вот так она мигает. Вот, симпатично. Симпатично, но подтекает. Немножко подтекает. Сильнее еще закручивать. Вот, теперь нормально. Еще симпатично так. Ручки помыть. В общем, все. Всем удачи. Смотрите мой канал. Подписка. Что будет дальше?